Несколько десятков спортсменов со всей Московской области соревновались в разных группах в зависимости от возраста участников и объема двигателя мотоцикла. Самые юные мотоциклисты 7-8 лет на 50-кубовых байках, фактически кроссовых мопедах. Самые опытные на почти полулитровых монстрах. Уже очень хорошей и доброй традицией стало проведение соревнований по мотокроссу у нас в Щелковском муниципальном районе. География участников с каждым соревнованиями растет. Организаторские моменты, удобства, расположение тоже потихонечку совершенствуются. Мы будем надеяться, что к дню Щелковского муниципального района 11 сентября мы здесь увидим еще большее количество участников. 33-градусная жара и палящее солнце внесли свои коррективы в проведение соревнований. Практически перед каждым заездом трассу приходилось поливать водой. Но экстремальные погодные условия не повлияли на настроение участников и гостей, тем более, что почти у каждого спортсмена была своя группа поддержки. Я считаю, что очень важно, что проводят гонки, да, малышей, которые видят, горят глаза, естественно. Здорово все. Очень приятно то, что данное мероприятие проходит именно на нашей земле. И в преддверии, конечно, того, что происходит сейчас Олимпийские игры, эти соревнования мы как-то поддержим наших олимпийцев. Конечно, такие мероприятия нужно проводить. Чем больше, тем лучше. Потому что чем больше мы будем привлекать население и молодое поколение именно к спорту, тем будет для нас и лучше. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».